Всем привет, дорогие друзья, зрители и подписчики моего канала, с вами Андрикс, и сегодня мы продолжаем играть голодные игры на сервере gamai.ru. В этот раз у нас опять голодные игры 3, и сегодня я хочу здесь победить. Я сегодня решил закупиться по полной, купить себе железную броню, железный меч, лук, все это дело зачаровать и постараться выиграть наконец-то эти игры. Так что сегодня мы идем ва-банк. Итак, покупаем шлем 35, хорошо, нагрудник 50. Так, сразу же одели. Одевать пока что не нужно. Так, поножи 40, ботинки 35. Хорошо, купили, берем еще меч. Так, я вот себе, как видите, набил 5 уровень на криперах. Но это все я оставил за кадром, потому что я не думаю, что вам будет интересно на это смотреть. Так, покупаем лук и покупаем много стрел. Так, давайте возьмем 30 стрел, этого нам пока что будет достаточно. Так, у меня всего 5 уровней, так что все нам зачаровать не получится. Сегодня мы зачаруем все, кроме ботинок. Ботинки у нас будут не зачарованные. Так что поехали. Так, чаруем шлем. На первый уровень, хорошо, защита, замечательно. Чаруем нагрудник. Есть защита, поножи. Нет, первый уровень надо, хорошо. Защита, идеально. Так, железный меч, давай на остроту, пожалуйста. Есть острота, замечательно. И лук на силу. Хорошо, как видите, теперь мы в полной боевой готовности. И давайте, наверное, пойдем сейчас еще крипером и попробуем набить еще один уровень, чтобы зачаровать ботинки. Попробуем, получится ли у нас это и как это все происходит. Так, сейчас я вам все покажу. Господи, у меня что-то FPS начинает проседать, нужно сегодня переставлять себе Windows, потому что это не дело. Так, ладно. Криперы, идите сюда. Я хочу вас немножко покромсать. Господи, не взрывайся. Так. Нужно от них прятаться, тогда он не взорвется. Хорошо. Немножко уровня набили. Так. Посмотрим здесь. Они здесь должны спавниваться. Вот, вы видите сейчас спавнер в листве. Вот, хорошо. Так. Давай, крипер. Господи, я не успел спрятаться. Так, черт. Блин. Что же вы все взрываетесь сразу же? Господи, ладно. Так, давайте поищем. Там, кстати, каратель писал, что у игроков еще 2 минуты, чтобы закончить игру. Черт, уходи. Так. Так. И вот так, хорошо. Блин, еще нет нашего уровня. Еще нужен один какой-то крипер. Так, крипер, вот ты как раз мне и нужен. Так. И идем на него. Хорошо, есть у нас уровень, замечательно, идем, наконец-то зачаруем наши ботинки и закончим наш весь комплект. Так, я себе, кстати, да, еды немножко купил, маловато, но я думаю, остальное мы выбьем с игроков. Я всем написал, что чтобы за мной не бегали, потому что убивать буду сразу же. Я сегодня не в команде, я сегодня абсолютно сам против всех. Так, так, вот у нас столики для зачарований. И чаруем наши ботинки. Так, на первый уровень. Взрывоустойчивость, хорошо. Ну вот, теперь у нас есть весь комплект. Давайте купим еще зелье. 2 зелья силы. Так. И 2 зелья стремительности, чтобы догонять убегающих от нас игроков. Есть такое. Так, ну я думаю, зелье отравления мы покупать не будем. Как видите, зелья здесь по 15 долларов. Очень дешевые. Их себе позволить можно. Так, там как раз начинает тикать. Ну, в общем, увидимся через парочку секунд, когда начнется игра, мы сразу же продолжим. Итак, у нас уже через несколько секунд начало, через 30 секунд. Игроки что-то не прогрузились, но когда игра начнется, тогда они, конечно же, прогрузятся. Так, сейчас, я думаю, мы побежим на спавн, попробуем что-то ухватить. Возможно, мы ухватим еду, потому что еда мне сейчас очень сильно нужна. У меня с собой только 2 стейка. Но если же нет, то, конечно же, еду мы выбьем с игроков. Так, ладно, 4, 3, 2, 1, поехали. Ну вот, игроки, кстати, прогрузились. Так, попробуем туда залезть, схватить еду. Господи, яблочко, черт побери, в последний момент у меня под руки выхватили яблоко, господи. Ладно. Одеваемся, берем меч в руки. Давайте поставим себе вот сюда зелье. Вот так, хорошо. И идем потихонечку охотиться.
Сейчас начнется игра, и тогда уже я разойдусь. Так, сейчас еще выпьем зелье. Кто-то там спер мои яблоки, он об этом сейчас очень сильно пожалеет. Думаю, вы уже догадались. Собачки, привет, у меня нет кости, так что я вас не приручу, извиняйте. Так, ладно. Давайте сейчас уже выпьем зелье силы, зелье стремительности. Потому что если мы увидим какого-то сильного игрока, нам это очень сильно поможет. Зелья здесь решают. Так. Блин, что-то немножко игра подлагивает, но вроде не сильно. Ладно, сегодня я Windows переставлю. Так, сундук, черт, только компас. Так, там какой-то игрок. Привет, игрок, у тебя есть моя еда? Или нет? Давайте уже начало игры, я хочу это проверить. Куда же ты от меня убегаешь? Не надо этого делать. Я тебя достану. Так. Хорошо, игра началась. Попробуем его достать. Попали раз, попали два. Хорошо. Что-то я не вижу, чтобы оттуда посыпалась еда. Верстак, стрелы, понятно. Хорошо. Еда нам все еще нужна. Так, ищем следующий жертв. Так, игроки. Я хочу вашу еду. Я ее у вас заберу. Так, ладно. Вон, я вижу, по деревьям кто-то прыгает. Так, давайте ворвемся на них. Так, врыв. Есть? Нет еды, черт. Ты, иди сюда. Так, он решил упороться. Он, кстати, он. Так, давайте его подстрелим. Есть и... Черт, не попал. Господи, я косой. Ладно. Мы его так возьмем, голыми руками. Иди сюда. Я хочу твою еду. Блин, как я не люблю их гонять по целой карте. Это, блин, ужас какой-то. Они убегают, и их нужно гонять потом по целой карте. Так. Блин, ну и теперь его фиг догоню. Вот, кстати, есть шанс. Черт. Ладно, побегаем немножко с луком, попробуем его подстрелить. Так. Да блин, он еще и петляет. Ах, какой он. Скользкий. Так, еда, есть еда. Хорошо, хоть какая-то. Там кто-то с мечом. Что ты наделал? Ты убил невиновного человека. Я тебя теперь за это покараю. Все видели? Да, я это сделал. Из чувства мести, из чувства справедливости. Так, ладно, кого я обманываю? Я жестокая сволочь, которая хочет крови. Так, ну, где же все? Где же вы, мои любимые игроки? Так, тут никого, ничего. Ладно, давайте побежим сюда, в сторону главного спауна. Там, кстати, кажется, кто-то на мостике был. Ладно. Так, попробуем там кого-то сейчас подстрелить. Стоп, главный спаун там. А здесь тогда что? Здесь, а, стоп, здесь не главный спаун. Что я туплю? Вон, кстати, тот игрок. Так, давай, разберемся по-быстрому. Их там два. Железник, да? Ну что же, попробуем его подстрелить. Да блин, не могу попасть. Ладно, в погоню! Господи, он так далеко убежал. Так, нужно сейчас под это включить музыку Бенни Хилла. Наверное, я так и сделаю. Так, иди сюда. Давай, еще чуть-чуть. Почти, ну почти же. Ну стой же. Ну господи. Так, что-то ты немножко подлагал. Это нехорошо. Ладно. Раз. Не попал. Не попал. Черт. Ладно, нужно поесть, потому что у меня уже с голодом беда. Если меня сейчас из-за этого убьют, я буду очень сильно опечален. Так. Черт, не догнали мы все-таки того игрока, ну точнее догнали, но он от нас убежал. Ладно, продолжаем охоту, и я думаю, что сейчас нам придется использовать компас, хотя там кто-то был. Так, что-то я, а вот, вижу на спавне кто-то есть. Иди сюда, мой дорогой друг. Что ты здесь делаешь? Что ты здесь нашел? Где ты там? Дружище,
Опять тебя не вижу. Так. Он где-то от меня убежал. Вот он. Иди сюда, мой хороший. Блин. Всех вас приходится с лука вырабатывать. Что же вы все разбегаетесь от меня? Какие вы все трусливые, господи. Нет, ну я понимаю, конечно, у меня хорошая броня. И игроки хотят все-таки немножко дольше пожить. Так что ладно, это мое наказание. Нужно их немножко погонять. Так. Ну, давай, иди сюда. Иди сюда, мой хороший розовый поросенок. Так, ничего полезного, ничего интересного. Деревня, кстати, мы здесь, в принципе, так и никогда нормально не отсиживались. Давайте посмотрим, что здесь есть. Господи, нужно сюда вылезти. Так. Хорошо, сундук. Еще и даже не облутан. Ладно, возьмем немножко рыбки. Так, хорошо. Что здесь у нас? Какой-то домик. Что-то он немножко разрушен. Ладно. Так, хорошо, идем искать игроков дальше. Потому что наша цель сегодня убивать и выигрывать эти голодные игры. Так что 100 блоков, побежали. Так, 90, 80, хорошо. Кажется, мы двигаемся в верном направлении. Надеюсь, это действительно игрок, а не главный спаун, главная комната ожидания. Потому что, как я уже говорил, ее довольно часто ловит. И кажется, это как раз таки она, потому что она находится там. Ладно? Ну да. Тогда идем в сторону главного спауна, уверен, там будут наши жертвы. Вот, 50, вот, вот мой хороший. Так, иди сюда. Что-то я сегодня нормально с лука не могу попасть. Ладно, у меня все же стремительность. Хорошо. Так, 14 выживших осталось. Ну, думаю, это довольно неплохо. И если даже среди них есть алмазники, то будем сражаться. Идем в ту сторону. Там, кажется, кто-то есть. Или нет, нет, блин, это опять показывает с комнаты ожидания. Ладно, делаем то, что хотели. Бежим к главному спауну. Там мобы, правда. Но ничего. Тут каратель пишет, что у всех железные мечи, ему недолго жить осталось. Ну, посмотрим. Так, кстати, нужно себе бы еду поставить в панель быстрого доступа. Ну, ладно. Так, 100 блоков до спауна. Сейчас посмотрим, что у нас творится там. Пора бы уже звать всех на спаун. Так, ладно. Есть там какой-то игрок. Крипер. Крипер, не нужно в меня влетать. Это нехорошо заканчивается. Так, где игроки? Наверху? Кажется, нет. Так, ну, игроки, где вы? Я вас жду. Так, ладно. Быстренько еду сюда. Вот, кто-то уже бомбанул. Что он делает под землей? Господи, это как раз и есть таки каратель. Блин, как ты туда зарылся? Черт побери, как мне теперь оттуда тебя достать? Что-то какой-то он неправильный. Хорошо. По-быстренько мы едим, убегаем. Так, он все еще там. Вот я его, кстати, даже вижу. Я по нему не могу попасть. Черт побери. Он упорот. Хорошо. Отойдем немножко сюда. Возможно, да, вот, наконец-то его теперь видно хорошо. Потому что что-то игра немножко подлагала. Так, бежим за ним. Ну что же ты опять начал убегать? Так, хорошо, у меня закончились эффекты зелий. Игроков нет? Кажется, нет. Давайте их выпьем. Так, раз, два. Хорошо, поесть немножко сырой говядины. Сырое мясо тоже мясо, питательное, хотя и не очень вкусное. Так, ну вот и ты, иди сюда. Пес, твою мать, пес, что ты наделал? Почему ты меня решил укусить? Так, ну хорошо. Так, одного игрока мы слили, там где-то прячется второй. Идем сюда, вот и он, хорошо, иди сюда, мой дорогой друг. Так, есть, замечательно. Яблочки, черт побери. Так, нужно восстановить себе голод.
Сколько там осталось? Еще целых 10 выживших. Да ладно. Я думал, что я уже почти всех уработал. Хорошо. Так. Давайте возьмем компас. Так. И 44 блока. Где он? Где-то он наверху. Вот. Прилетела бомба. Две. Хорошо. Он с алмазным мечом, да? Кажется, да. Так, их там два. Хорошо, они попробуют меня слить. Один есть. Этой в кожанке. Ну все, хорошо, я их уработал. Так, нужен алмазный меч. Да, я там совершил двойное убийство, кстати. Понятно. Черт, я немножко на эмоциях. Так, это все нафиг, нафиг. Вот он, вот, меч моей мечты. Огромный алмазный меч, да. Так, хорошо, кто там еще остался? Где вы все? Так, где-то вроде бы там. Потому что я на радаре вижу, но визуально никаких контактов не наблюдаю. Хм, странно. Потроха чьи-то, ладно. Так, ну, пока что будем, наверное, бегать здесь. Будем контролировать главный спаун. И когда появятся игроки, то тогда уже, наверное, мы и продолжим. Сейчас я немножко вырежу, потому что долгие томительные минуты ожидания вряд ли вам понравятся. Кстати, сундуки перезаполнены. А давайте посмотрим. Господи, скелет, а ты не офигел? Да, мобы, убейте меня сейчас. Это будет вообще замечательно. Это будет фейлище всем фейлищам фейлище. Так, хорошо, идем посмотрим сундуки. Так, где у нас сундуки? Сундуки у нас здесь, господи. Хорошо, тут у нас, в принципе, ничего интересного, стрелы. Стрелы мне пригодятся, потому что я что-то сегодня их довольно сильно просаживаю. Так, верцы такие не нужны. Так, там дают 3 минуты, чтобы попасть на главный спаун. Хорошо, так что мы подождем здесь. Мы уже на главном спавне, так что нам ничего не грозит. Так, здесь я смотрел. Рыбка, хорошо. Так, осталось 7 выживших. Ну, у нас пока что неплохие шансы победить. Мне что-то кажется, что там есть какие-то игроки, блин. Не знаю, почему мне это кажется. Ну ладно. Так, кто-то покинул игру. Не умно с его стороны. Так. Ну, ждем. Если что-то будет интересное, то я сразу же включусь. Хотя, стоп, вот, вижу игрока. Уже что-то интересное. Попал даже. Так. Давайте это все оббежим. Вон он где-то там сидит. Блин, эти мобы, они, блин, конкретно мешают. Так, вижу игрока здесь. Вот он, кстати, вырабатывает какого-то моба. А мы вырабатываем за это время его. Хорошо. Есть. Так. Хорошо, осталось 5 выживших. Я уже чувствую победу. Я уже ее чувствую. Сейчас, правда, это чувство у меня кто-то отберет, но я пока что ее чувствую. Так. Где-то вот там сидит игрок. Тот, в которого я попал. Пора бы уже спускаться. Это не он? Нет, это не он. Скелет, господи. Так, крипер. Ладно, ждем чего-то интересного. Что-то будет интересное, тогда мы продолжим. Так, игрок. Иди сюда, игрок. Я тебя видел. Я тебя очень хорошо видел. Если ты думаешь, что я тебя не видел, ты ошибаешься. Так. Господи, он опять от меня убегает. Ладно, догоним. Это не проблема. Так, он что, наверху? Да, он наверху. Так, ладно. Блин, не хочу я идти за ним. Ладно, возвращаемся на спаун, потому что это не дело. Гонять игроков я сейчас не хочу. Будем ждать на спауне. Так, увидимся, если что-то у нас произойдет. Так, мой дорогой, я тебя вижу. Тебя очень хорошо вижу. Да-да-да, побегай, беги сюда.
Иди сюда, черт тебя побери. Хорошо. Готов, красавчик. Так, нужно поесть. Есть. Хорошо, ждем дальше. Вот я вижу там наверху, где-то бегают игроки. Точнее, я их вижу на радаре, но визуального контакта не наблюдаю. Нужно ждать их. Пускай спускаются, потому что я туда, в принципе, не поднимусь. Если бы увидел, то бы застрелил с лука, но так я что-то их не могу увидеть нормально. Так что ждем. Так, в общем, я победил, потому что игроки все-таки решили со мной не сражаться. В общем, такая вот победа. Финального сражения, к сожалению, не было, потому что игроки что-то меня немножко испугались и решили ко мне не идти. Каратель их за это покарал. Так, ладно, на этом я, наверное, буду с вами прощаться. Победа на голодных играх есть. Довольно она такая получилась странная, но она все же есть. Голодные игры 3, мы выиграли. Их со списка можно вычеркивать. Думаю, в следующий раз мы пойдем на голодные игры 1, 2, либо 4. В общем, что-то выберем и будем пытаться побеждать там. А на этом я с вами прощаюсь. Всем огромное спасибо, что посмотрели эту серию. С вами был Андрикс. Можете поздравить меня с победой. И мы очень скоро увидимся. Играйте в Майнкрафт на серверах gamai.ru. Всем пока!